Всем доброе утро. Ярик отправила в садик, сходила в магазин. Сейчас покажу небольшой обзорчик, что купила. Так, купила вот такие манты. Надо, чтобы было, морозилку уберу. Котлеты вот такие я беру домашние. Хлеб. Бананы. Помидорки, печенье вот такое овсяное, миндальное, по акции, пакет молока 3,2 жирности, капуста брокколи, вот такая вот, 112 рублей стоит. Так, это Ярику Тёмку. Ну, это я беру, чтобы было иногда. Огурчики. 2 штучки. Вот такие вот творобушки. Сырки с ванилью. Тоже по акции сейчас 80 рублей. Колбаски маленько. Так. Это Ярику. От кашля амбробены. Тушку курицы. Вот такая вот и каша. Вот 2 килограмма почти. 200 рублей. Это я приправки взяла. Для овощей, для картошки. И вот такой вот бреф для унитаза. И все это у меня вышло на 1500. Вроде бы ничего такого не взяла. Вот как дорого нынче ходить в магазин. Сейчас буду готовить, Денису на работу вечером. Буду ему банки собирать. Сегодня буду готовить я курочку. Вот купила вот такую вот Маги для сочной курицы с чесноком. Вот, курицу я сейчас буду чистить. Чистить, разрезать на части. Целиком она не прожаривается. Плохо. Отрезаем шкуру, лишние части сейчас срежу, эту жопку тоже срезаем, вот, с чего начать, вот ножку вот так вот. Вот я на такие кусочки разрезаю, небольшие, и смазываю все. Это тоже лишнее надо обрезать. Дальше крылышко. Блин, не ножик не режет, а пилит. Вроде точили недавно, ножи вступились. В общем, ладно, буду вот так разделать. Картошка у меня сварилась, сейчас пюрешку делаю. Молочко. У меня еще в духовке сидит. Наверное, блин, сейчас не успеет, но надо делаться. Мне уже в садик надо за Яриком бежать. А то вчера, уже поздно вчера пошла, сварила. И это... Уже воспитательница звонит, Ярик расплакался, не успокаивается. Никогда в садик не плакал. Ну, в последнее время тоже привык, не плакал. Ни с того, ни с сего взял, заплакал. Может, кто-то обидел, не знаю.
Вот я бегом, давай побежала в садик. Он же сегодня встал-то у меня сам в 7 утра. Я думаю, надо пораньше идти. Сейчас пюрешку сделаю, да приду. Денис ушел на стадион бегать. У него сезон открылся. Такая вот пюрешечка у меня. Сейчас масочка добавлю и все. Пюрешка готова. Открыла я творобушки, сейчас покажу, что они из себя представляют. Там вот таких вот 6 палочек. Сейчас покажу. Вот такая вот палочка. Короче, как сырочек. Очень вкусные. Ярик. Ярик? Ты что такой серьезный? Принеси палочки, Кузя. Сейчас будем все вместе лопать. Ой. И соску не надо, ага. Кушай давай. Блин, Ярик, клык лезет. Четвертый, нижний, последний. Все зубы вылезли, кроме клыка вот этого. И он переживает так. Капризничает. Все с соской ходит. Есть ничего не хочет. Вот сейчас ему дала эту пюрешку фрутоняня высосал хотя бы. Вот он ни в какую вообще ничего не ест. Ну, днем суп поел. И все. Сейчас палочки грызет. Скорее бы уже вылез, отмучиться это уже. И все. Кашляет, что-то кашля так и не приходит. Купила ему сегодня другой сиропчик. Вот, пропьем курс другого. Рычит, как собака. Кошка у нас как за собаку рычит. Ярик, как твои впечатления? Вкусно? Гулять что-то мы не пошли сегодня. Дома побудем завтра. Завтра в садик не пойдем. Сказали завтра не приходить. Завтра она поедет по делам и будет другая воспитательница. И мы решили не ходить дома посидеть. В понедельник пойдем. Вот. На вторник записалась на маникюр. У меня уже вообще как отросли сильно. Вот. Схожу. Записалась к другой. В другой салон. Посмотрю, как там акция. С укреплением 600 вроде рублей. А я делала без укрепления 600. Ну, тут новый салон открылся, как бы, видимо, заманивают пока клиентов. Сделали подешевле. Вот, хочу туда сходить посмотреть. Посмотрела фото работ, вроде бы все хорошо. Красиво делают, аккуратно. Вот, проверим. Ярика залазит на этот стул, и кошка сразу же бегом туда бежит. Они, короче, не могут поделить стул. Все сидят вместе там. Не знаю, наверное, плохо видно от света-то. Да, собачка там. Вот, короче, не могут поделить они стул тут. Ну что, удобно вам? Дружки. Кошка к тебе тут пришла. Ярик, а где у киски ушки? Где ушки у киски? А носик где? Где носик у нее там? Там. А глазки? А лапки где?
Раз лапка. Там два лапка. Да. Три лапка. А усики где у киски? Где усики-то у нее? Что, не поднимает мордочку она? Mm-hmm.